Более чем на 2 миллиона рублей обогатилась заведующая одного из детских садов в Елизаве на сотруднике-невидимке. Женщина получала деньги за фиктивно оформленную подчиненную, которая уехала за пределы края, но попросила оставить ее на работе для получения надбавок за работу в районах Крайнего Севера. Установлено, что с июля 2019 года по апрель 2024 год 49-летняя заведующая детского сада в городе Елизаво, используя служебное положение, получала денежные средства в качестве вознаграждения от работницы этого же учреждения. 55-летняя женщина переезжала на постоянное место жительства в Приморский край, но хотела продолжать получать надбавку за работу в районах Крайнего Севера, чтобы в дальнейшем оформить пенсию в повышенном размере. Она предложила своему руководителю денежное вознаграждение за непрекращение трудовой деятельности в детском саду. Заведующая согласилась, а взамен получила банковскую карту, на которую ежемесячно начислялась заработная плата сотрудницы. За несколько лет таким образом она получила более 2 миллионов рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. По собранным полицейскими материалам краевой следком возбудил уголовное дело. Расследование продолжается.